Коллега, ваше мнение. Вы когда в Молдавии что-то подобное видели? У меня в этом опыта нету. Я редко видел, но в принципе то, что вижу, это довольно-таки красиво и внушительно. Снизу и все будет ясно. Это здесь. Хорошее плодородие. Листовой аппарат хорошо развит. Вообще. Смотри, какой урожай. Все прекрасно. А сейчас я покажу вам обыкновенный фундук. Туфа. Угу. Давайте посмотрим. Ну, чтобы вы имели представление. Смотрите, тут урожай есть, все нормально. А вот это вот туфа. Ну подойдите к ним ближе, посмотрите. Что ему мешало плодоносить? Один-два орешка и все. Да. Осыпаются. Да. Тут есть. Есть, есть, но не сравнить. Вон, пожалуйста, смотрите. Как бы здесь надо поискать. Угу. И вот это куст. Три раза за год надо убрать поросль. И это только маленький куст, он потом большой, и там вообще, там только мыши находят. А сколько лет тому дереву? Ну, это по одного возраста. Примерно. Одного возраста. Так. Ну, это совсем по-другому развивается, потому что у него основа. Вот так, а теперь посмотри, как чувствует себя орех рядом с фундуком. А ну, пожалуйста. Орех. А ну, возьмите ветку, чтобы вы так поняли, что... Ну как тебе? Урожай красивый. По три. Ну вот, это попробуй. Есть, есть. Вот разговор идет о том, что не просто сады, которые непонятно, а сады хороших сортов, которые сохраняют белый цвет ядра. И которые дают такой урожай. Вон, пожалуйста. Ветки ломаются, буквально ломаются от урожая. Да. Это впечатляет. Впечатляет. Значит, сейчас мы пойдем с вами уже посмотрим дальше. А это, так сказать, у вас для размышлений. Вот такого сада. С таким урожаем, с таким урожаем. Иметь пару гектаров, это пенсия гарантированная. При любых ценах. И вот засуха, урожай по северу достаточно низкий. И ребята звонили, что да, и Медведский звонил, совсем низкий урожай. Сколько лет вот имеет? Это летом и дерево 15 лет. Здесь орошение не используют? Нет. Понятно. Так, вопросы есть? Пока что нет.